По версии следствия, предприниматель поставлял в Архангельск крупные партии алкоголя популярных брендов, а реализовывал их через мелкие торговые точки по всей области. Оперативниками из незаконного оборота изъято более 10 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Она направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.